Когда вопрос не решается на месте, обращение к главе Чувашии становится последним шансом. Олег Николаев провел очередной прием граждан по личным вопросам в общественной приемной президента Российской Федерации в республике. Со своими проблемами обратились 6 человек. У каждой проблемы своя история. Так, жительница Вурнар Рада Ластухина спросила, когда обитатели аварийного дома номер 13 по улице Ашмарова в районном центре смогут переехать в новое жилье. Глава республики отметил, что в этом году поставлена задача ускорить решение вопросов по расселению из ветхого и аварийного жилого фонда. Жительница Чебоксар Оксана Чернова обеспокоена нарушением сроков строительства и сдачи дома по позиции 19 строительной компании «Лидер». Ситуацию с проблемными объектами постоянно мониторят специалисты Минстроя республики. В прошлом году была инициирована процедура банкротства фирмы, но застройщик нашел средства для завершения строительства позиции номер 4. Если этот дом будет сдан в ближайшее время, то возведение остальных позиций ускорится. Отсутствием дороги в деревне Шибачево, которую давно присоединили к селу Ишаки Чебоксарского района, озабочена Вера Левштанова. Туда сложно проехать пожарным и скорой помощи. Жителям тоже непросто преодолевать расстояние. Вера Васильевна уже 5 лет обивает пороги всех ведомств. Дорогу обещали построить еще в 2017 году. 4 улицы, порядка 100 домов, ну 90 где-то домов. Деревня стоит вообще отдаленно. Дорогу мы просим хотя бы сделать до самой деревни, это 1 километр. Я дам поручение, чтобы вы, значит, мне доложили в целом ситуацию, варианты решения вопроса, в том, вот как бы стратегически, в том числе через временное укрепление дороги, с тем, чтобы был доступ, нормальный доступ в любое время. Устраивает вас такое?